И всем ребят, с вами мистер Ленька, и сегодня мы записываем новый ролик. Сегодня я буду открывать все свои контейнеры. Вот, на канале мистер Ваньки. Кстати, Ванька, поздоровайся. Да, всем привет, ребят. Вот, начнем с скин-контейнера, закончим ультра-контейнерами. Посмотрим, что там сегодня выпадет. Да, всем привет, ребяточки! Это мистер Ленечка, кто-то будет сегодня открывать у нас контейнеры. Кто, ребят, любит вообще открытие подобного рода контейнеров, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Я свои контейнеры уже давно открыл, Ленечка еще ничего не открыл, сегодня будет открывать, посмотрим, что ему вообще дропнет. Вроде как по качеству, но такое, более-менее, не судите строго, все-таки через демонстрацию экрана через Discord качество немного ухудшается, и его полноценно прям супер-мега-крутейшим сохранить очень-очень сложно. Поэтому надеемся на то, что оно будет смотрибельно вообще, и посмотрим, что сегодня Ленечка нам вообще продемонстрирует. Сегодня это его полноценное открытие, поэтому он сам будет тут говорить. Я лишь буду просто смотреть и, может быть, смеяться, потому что он все время сидел, угорал над всеми, когда открывали контейнеры, когда мне, например, ничего не падало, Ленечка сидел, смеялся. Поэтому посмеемся, возможно, мы сегодня над ним. Ну, а может быть, порадуемся, если ему что-нибудь хорошее дропнет. Пусть он там сам уже рассказывает, что он там хочет выбить и как он там вообще все это дело будет открывать. Ну, в общем, да. Начну со скин-контейнера. Тут может выпасть только либо рельса, либо вас. Ну, что ты хочешь? Вас. Значит, рельса падает, давай. Но от рельсы я не откажусь. Плюс И рельс. И то я хотел давно. Плюс Найс. вас. Плюс вас. Отлично. Переходим к контейнерам. А ультра-контейнеры есть? Да, 74. Еп! Тить, колотить. Да ну, ну откроем его. 73. Ну давай, 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 Ленечка, давай. Полетел. А чё тут васп? Не понял. Я ж его выбил, ну ладно. Кстати, Откроем. Второй упадет, не волнуйся. Откроем сначала 7, потом остальные 15. Посмотрим. О, десяточка есть. А по 15 у тебя получится тогда все открыть? А, ну Да. да. Там же если. Пятерку. И остается 210, как раз по 15. А почему, Ленечка, ты открываешь именно по 15? Ну так, во-первых, быстрее, во-вторых, мне кажется. Ничего не падает. Все-таки. Ничего не падает. Лучше быстрее открыть, быстрее эту бель скипнуть. И чтоб тебе ничего не упало, да? Да-да. Ну давай, ты ашки. Давай, 15 белых контейнеров. 6, 7, 8, 9. 15 белых. На. Бел. Очень много 10 тысяч, кстати. Кстати, ты покажи вообще, сколько тебе в фиолетовом там красок, всего чего там А, да. осталось. Чап. О, Ну фиолетик. вот первая пятнашка, и уже иммунитет от заморозки. На Ёпта. диктатор. Неплохо. Так. Везение. Вот такие анимашки. Подожди, это сколько назад? Анимашек тебе 4. 25. 25 анимашек, да? 24. А, там кристалл, да, 24. И И устройств довольно много. ух, Еще эффекты красок еще какие-то столько оставили. дофига. Эффектов у тебя тоже 4 еще нету. Блин, ну нормально, что тебе устройство упало. Мне бы упало бы 100%, либо 100к упало бы, либо какая-нибудь краска или эффект бы. Ну уж точно не эффект. От заморозки, или что там было, иммунитет от заморозки. Но еще 8 защит осталось. А, ну у Может меня две быть. защиты. Ну, защиты должны падать. Должны Может падать. быть, да, остальные выпадут У меня сейчас как осталось раз. только две. Потому что ее дропнет тоже нормально. По идее, должно дропнуть. Ну, кристаллов падает очень много. Прям очень. Ну, чуть-чуть. Слишком много. Чуть-чуть упало. Ну, это 15 белых, я думаю. Ну, в принципе, В принципе, да. неплохо. Да. О, еще кристалл. Ну и должно закончиться. О. Защита от заморозочки. 15 Эх. Ну, белых. на синем закончилось. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного, Ленечка, ничего страшного. Одно фиолетовое есть. Смеялся надо всеми. Ну вот пусть теперь ловится, у тебя тоже такой же дроп прекрасный. Да не, нормально все падает. Кристаллов много станет. Так
тебе скорее Правда, не я не надо. знаю, зачем они мне. Ну, ты же сам говорил, что тебе кристаллы не нужны. Адреналины куплю. Да, рассказывай Они сказочку. же не падают. Рассказывай О, сказочку. аптечки. Не, ну Кристаллы. кристаллов прям очень много, если вот С 15 я потом. контейнеров ни одного устройства. Даже синего. Это провал. Но. А сколько у тебя по 15 получится открытий? 14. 14, 15. Ну, нормально. Может, чем-нибудь и дропнет, если повезет. И Семь, если восемь, повезет, девять, Аленечке, что-нибудь дропнется. девять беля. Две зелья. Три. Еще два. Ну, нарки, кстати, неплохо. Даже, О-о-о. наверное, лучше нарк пусть Ну, падает, вот чем... жизнь не прям нормально, что пойдет. Да-да-да. Десяточек Я думаю, плюсов. даже припасы гораздо лучше, чем кристаллы. Даже за 3500 кристаллов я куплю очень мало расход. А 125 ДДшек, Ну, если ну, тебе как... не мины только падают, которые не нужны. Ну, мины я тоже часто покупаю. Покупаешь мины? Да. Я мины уже лет 5 не покупаю. Если не больше. Бывает. Помню, как-то была акция, там мины вообще по дешману были. В 2013 году, походу. Кто помнит, друзья, напишите по этому поводу в комментариях. В каком году была скидка на мины? Вроде на 9 мая было, в каком-то году, в 2013, если я не ошибаюсь. Может, даже 12. Но была скидка очень жесткая. Такие дешманские мины были. Я уже не помню, какой год это был. В принципе, неплохо. В принципе, я смотрю, как ты фармишь, Лёнь. Да, вообще И аж кайф. душа радуется. А ты смеялся над всеми, что никому ничего не падает. Самому теперь ничего не падает. Ничего. Просто пустые пятнашки. Тупо пустые пятнашки, Как Лёнь. осталось? 120. 90 открыл одно устройство. Ну, Найс, как у Лёнь. тебя? Как у Найс, тебя? Лёнь, найс, красавчик, у меня хоть фиолетовые были, хоть эффекты попадали, хоть краски какие-то попадали. Тебе вообще ничего не падает. Да ща упадет, Так ничего не наверное. будет. Наверное. Я не знаю. Не, ну с ультраконтейнеров может упасть, если ты, конечно, будешь по нормальной тактике открывать. Я По знаю нормальную нормальной, тактику, да. Ты просто не знаешь ее. Там по одному надо открывать, просто кристаллы фармить. Просто батарейки кри, вообще кайф. О, О. анимашечка, неплохо. Ядовитое море? Это с челленджа. Это кислота. Да-да-да, кислота. Чистая анимированная кислоточка вместе с гладиатором. Да, кстати, на гладиатора очень похоже. Не, ну кристаллов реально фармил. Можно было с тапа не играть, что контейнеры Контейнер открывать. открыть. Да С сколько там будет? контейнеров больше нафармил. Ну там максимум 1300-400 упадет, не больше. Больше не будет. Это предел мечтаний. Ну, в каждой пятнашке есть хотя бы одна десятка. Иногда 25-ки падают. Прием. И. Ожидаемо. Ожидаемо, что ничего не падает. Одно устройство за 200 контейнеров — это просто провал какой-то, Лёнь. Да ну нафиг. Ну, я согласен. Я, конечно, думал, там каждая пятнашка по два устройства. Не, это карма, Лёнь. Это чистая карма. Это чистая карма. Да не. Да, это карма. Сейчас начнутся контейнеры, которые за сетупы пришли. Там вот норм. Не-не-не, это карма. Это просто карма. О. Краску давай ему. А нормальный эффект небесный. Хорош. Хорош! Хорош! Найс! Сейчас у него уже контейнеры закончатся, уже, блин, столько открыл. 5, 6. Вообще хорошо дает. 8. Ах, хорошо-то как пошла, родная. Ах, летит-то как замечательно. Ну что, Ленечка, карма тебя настигла, я смотрю. Чисто карма. 12 бели, ло. Просто карма. Ну, хоть защита неплохо от поджога. А мне-то, Лень, со 115, если что, знаешь, сколько защит упало? А? 8 защит или 7? Сколько мне упало там? Тебе только 2. Да, Лёха. Да ничего. Лёнька, Лёнька. Ну ты, Лёнька, конечно. Не надо было базарить. Теперь самому ничего не дропает.
Насмеялся надо всеми, говорил, я буду потом открывать, мне-то надропает. Надропало ли он, чё как там? Да, лол. Отлично Ты видел, дропало. сколько вообще припасов? Я вижу отобель. Я забыл чекнуть, сколько у меня нары было. Надо было Просто чекнуть. белые Вообще. контейнеры чисто. Такой фарм вообще лютый. Устройство защиты от поджога. О, второе устройство. Иммунитет от заморозки. Опа! На Почти викинг. утяжеление, кстати. На викинг нормально. Да, Иммунитет два от заморозки иммунитета на от викинг это заморозки. хорошо. Да. Миша бы очень сильно хотел бы его. А мы взяли 45-очка. на Хантер. Последняя? Не, еще два раза после этого. А сколько там было? 45? Я не просто не Да, посмотрел. 40. Нормально. Все равно ничего не дропает. Ой. Не сочтите меня, друзья, что я это просто, ну, не хочу, Он чтобы ему меня что-то дезморалит. падало. Просто вы не видели его, когда мы открывали контейнеры, и когда нам ничего не падало. Как он смеялся, О, как он радовался, что умничка. нам ничего не дропает, и как он хвастался тем, что ему будет падать прям просто великолепно. Поэтому я тоже немножечко радуюсь, чтобы ему тоже пообиднее было. А то я когда свои 115 контейнеров открывал, и у меня упало 0 иммунитетов, у меня сгорело просто жесть. Хорошо, хоть ультраконтейнеры хорошие были. А то бы я, наверное, точно бы забыл бы про эту игру. Давай сильнее. А, блин. ГГ. ВП? Еще и Жесть. приемка. Ты видел вообще все Лонг возможные иммунитет. зелени? Эффект. Затмение. Неплохо. Это вроде еще два раза. Все, А, нет, все, последний, последняя. да. А, да, точно. Последняя, Леонидик, 200 контейнеров открыл, 2 иммунитета. Ну, 2 иммунитета неплохо, в принципе, пойдет. Я сейчас еще с ультра упадет, что-нибудь хорошее. Анимашка и 4 фиола. Нормально. Ну, у меня тоже было 4 фиола. Только у меня были эффекты, краски, кристаллы. Ну, хоть в синем падало много этих защит. О. Иммунитет. Эффект. Ну Да, эффект. такое, короче, такое. Такое. Такое, да? Не А обновилось. эффект. Ну да. Ну обнови, сделай так, чтобы оно обновилось. Или тебе надо полностью перезаходить? Мне надо полностью перезаходить. А. То есть, если я просто выйду из гаража и обратно, то... 74 ультраконтейнера? Да. 74 ультраконтейнера? Ну да. О май гадабл. Я же купал это. Я Открывай чист. по одному, Лень. Дропнет. Отвечаю. Вот если будешь открывать по одному, дропнет. Ну, ладно. Слышь. О, прикольно. Кущеночка. Не, назад не нажимай, через Z быстрее будет. Z щелкай. Меня научили. Мне подписчик сказал, что ты как лох назад нажимаешь. О. Облегчение Найс. конструкции. У меня на Хорнет есть. Привет, Визалта называется история. У меня три облегчения есть. Тупо привет, Визалта. Из семи три облегчения. Я в шоке. Нормально, по красоте. Пять Голди. голди. О, уже три фиолки. Блин, я же... Найс. Ленечка, Три. ты кого слушаешь? Это папа контейнеров, я знаю, как открывать их надо. А если бы ты бы еще в 2 сотни бы по одному открывал, тебе бы знаешь, сколько там бы Ну надропало? ты знаешь, сколько этот видос бы получился? Опа! Найс! Опа! Найс! Сука! Найс! Сука! Ну зачем назад нажимаешь, боже? Уже забыл? Офигеть. Жестко. 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 Что я могу сказать? Да. Жестко. Это жестко. Осталось еще ультра скин. Это жестко. Будет найс. Офигеть. Но устройство люто падает. Иммунитет от Эми. Потому что тактика, Лень. Лень, все решает в этой игре тактика. Тактика открытия контейнеров. Я Расскажи тут... тактику сетапов. Не в этом видеоролике. Не, надо черкать то. Короче, на ТКВ черкать Все, то, все, чтобы... все. 500 лайков рассказываю тактику. Да не, надо, чтобы обиднее было просто на овке. Да все. Спокойно. Найс.
Ядовитый. О, И мы этот эффект нормально красивая пройдет. тема. Но Да, кровавый кровавый. лучше. Опа! О, Офигеть, фиолеты подряд. 100К, поздравляю. нормально. Беленькая. Ну, Белочка. не так много бели, как тех было. Ну, конечно. Если бы ты, Леня, открывал бы по одному, то тебе и дропало бы лучше. Я тебе говорю. Не, ну Сейчас залп я упало бы сглажу. круто. Я сейчас сглажу, отвечаю. Да, не, нормально будет, не волнуйся. Сейчас будет. Сейчас пойдет. Сейчас пойдет, родная. Опа, премочка пошла. Опа, бел. Опа, бель. Опа. 10. Сидеть. Тут нормально еще. Еще дропы. Блин, у тебя нормально иммунитетов нападало. Ты считаешь их? Нет. Я уже сбился. 6 вроде было. 6 штук вроде Ну, было. 3 от фреза, облегчение. И от Эми. 5 вроде. Не, шляпа. По 15 от. Так открывай, как хочешь, нет. Открывай пятнашку. Давай хоть посмотрим. 4 открою. 250 всех припасов. Такой себе. Припасы такой себе, конечно. Считать разучился. Ну. Так. Все. Все. Пластецкая. Все. Все, все, все. Все, 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 все. 15 белых сейчас прямо у Ленчичка будет. Да там так и было. Ну вот, видишь. Открывал бы по одному, еще бы дропнуло бы чего-нибудь нормального. Сейчас. 10. Ну прямо хоть месяц упал. Найс. Еще один, да, будет? Иммунитет от оглушения. Давай! Опа! Про резинку. Найс! Опа! Найс! Опа! Чё? Еще один? Да. 10 А, коинбоксов? шляпа. Давай, И 10 шляпа. коинбоксов, сейчас еще этих танкоинов сыпанет. Нет, 10 сразу не открывай, давай по одному. Ну я только один оставлю, как бы. Ну давай. У Так у меня тебя был 10 один. упало, так у тебя один был. Ага. 20,5 тысяч не стало. 30 ускорений. Ну лучше бы тебе упало что-нибудь крутое, не? Да. Один танкоин. Фармлю, фармлю. Оп. О, сотка. Две 200. сотки. Да 4. открывай, что ты боишься? Раз. Четыре. Два. И Давай. Приколи бы сейчас бы тебе красное бы упало. Ну все. Ну все. Ну все. Ну что, Лёня, подводи итоги. Так, подводим итоги. Получается следующий. Васп XT. Вот ну этот это Васп. ладно, это не считай, Васп XT. Да это крутая тема. Ты видишь, какой красивый? Ну да и пофиг, ему это не считается. Я не знаю, где-то полгода выполнял челленджи, и он не Ради падал. Васп XT. Единственное, что ты можешь сказать, это то, что тебе не дропнуло этого самого викинга. Тяжелого. Это было бы фиаско, братан. На Гаус фиолетовый. Топ. Ну так ты одень Гаусса для начала. Ты этого не одень. Ну так я же все равно не смогу показать вид. Ну и устройство одень красиво. А, у меня же еще и устройство. Точно. Я забыл. Электромагнитный О. лапик. О. Найс. Называется привет к КСу. Получается, иммунитет от оглушения упал на вас. Да? Да. Дальше. Да Хорнет. Защита от поджога. Нет. И иммунитет от заморозки. Иммунитет от заморозки был, да. Вот эти две. Ты еще и помнишь, что у тебя было? Да. На викинг иммунитет от заморозки. Да. Не, иммунитетов от заморозки много на. Облегченный на А, хантер. на Хантер ничего не упал. А, Облегчение упало, облегченка. ты че? Да, облегчение. Я просто тоже путаю, у меня их. Они на Хорнете, на викинг. Ну. На диктатор упало. А иммунитет от заморозки. От заморозочки тоже А, дропнул. Эми у меня было. На титан был. Эми. От Эми. Чекс. Ну и того это сколько? И на И на этот маму ничего не упало. ничего не было. Сколько было? А, нет, упала защита вроде. Ну, возможно, да.
Сколько в итоге тебе упало? 5, 6 Блин. фиолетовым. Фиолетовым 6 Вроде упало. 6 или 7. Нормально, что пойдет. На Гаусс Да. устройство дропнуло. Ну, у тебя, конечно, ультраконтейнеров было много, если честно. Лол. Сколько мне на арки А нападало? сколько у тебя было? Где-то по 6к, что ли? Нормуль по десятке нарки стало. 120 голдов. Сколько голдов было? 50 где-то. Не, нет, 70 вроде. Ну, неплохо. Пойдет. Че еще? Звезда упала, я смотрю. Да. Еще и двадцатка дропнула! Офигеть! Да ну нафиг! Покажи двадцатку! Да сейчас, подожди. Не понял. Это что там? Эко-защита? Не знаю. Где это? Сгущенка. Чё сгущенка? Пролистал уже. Они ж по алфавиту, мне кажется, не? А, да. О, да. Ленчик стал пончик сгущенный. Короче, друзья, как-то так. Именно так заканчивается данное открытие супер-мега-замечательных, интереснейших контейнеров от Ленчика Толстого Пончика. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал. Ну, а с вами был Ленечка Мальков, Ленчик Пончик, Толстый Пончик, Ленчик. Короче, ну, вы сами знаете его, да, этот Ленчик, Давай. вредный человечек, да. И всем удачи, и всем пока, друзья. Всем пока.